А вы что сделали? Какие были ваши действия? Ну что, я прикрывал это. Прекрати, говорю, Вася. Жестокое убийство 57-летней женщины произошло на глазах у этого мужчины. Передвигаться самостоятельно он не может. Не смог дать отпор и нетрезвому родственнику, который после ссоры накинулся на тещу с костылем и забил ее до смерти. После чего зять уехал в набережные Челны к своей знакомой. Находясь в гостях у своей знакомой в ходе ссоры, он нанес ей ножом множественные удары в область шеи, а также в область живота. Однако 33-летняя женщине удалось открыть окно и позвать на помощь. Потерпевшей 33-летней женщине удалось выжить, а ее знакомого задержали полицейские. Мужчина был задержан сотрудниками полиции, и в ходе следствия было также установлено его причастность к совершенному ранее убийству. Мужчина полностью признал свою вину в убийстве тещи и нанесении ножевых ран своей знакомой. Сейчас он находится под стражей. Лесна Латыпов, Альфред Камилевский, эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».